В императорском зале Казанского федерального университета состоялась встреча студентов КФУ с клириком храма святителя Василия Великого Андреем Ткачевым в формате диалога на тему «Духовный выбор человека. Вызовы современности». Когда у тебя есть все, и ты можешь свободно выбирать из всего. А вот в религиозном отношении, как, например, человеку выбирать между католицизмом, например, и православием, даже внутри христианства? Андрей Ткачев – священнослужитель Русской Православной Церкви, патриаршего подворья в селе Зайцево, Одинцовского района Московской области, проповедник и миссионер, телеведущий. Вот религиозному человеку ответы найти нетрудно, а нерелигиозному – негде. Потом религиозному человеку, найдя ответы, нетрудно найти и силу для их исполнения. А нерелигиозному человеку, даже при случае, если ответы есть, силы для реализации – необходимо взять негде. Поэтому вся проблематика все только в том, что человек был религиозным. Отвечая на вопрос об успешном совмещении духовной и медийной жизни, протоиерей Ткачев отметил, что сложного в этом ничего нет, и для этого не нужно быть двухголовым и шестикрылым. Гостя сопровождал и представил директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Михаил Щелкунов. Он рассказал биографию Ткачева. В ходе встречи Андрей Ткачев цитировал отечественных и зарубежных классиков, читал притчи, делал лирические отступления, философски рассуждая на тему вечных ценностей, истины, добра и пользы. Напомню, что в этом году конференция посвящена теме глобальных вызовов современности и духовного выбора человека. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз.